Привет, друзья! Сделать печь-горелку на отработанном масле достаточно просто. Я все подробно в своих предыдущих видео рассказывал и показывал. Но у нее есть один существенный недостаток – черный дым из трубы. Как сделать, чтобы горелка на отработанном масле не коптила, смотрите в этом видео. Я все подробно расскажу. Для начала возьму предыдущий образец. Кусок трубы дымоходной и банку. Заправляю отработкой. И разжигаю. Горелка вышла в рабочий режим. Копоти из трубы идет очень много, а избавиться очень просто. Нужно выполнить всего два условия. Первое условие — это правильная подача кислорода, и второе условие — это высота дымохода. Вот смотрите, сейчас я прямо вот при вас увеличу высоту дымохода, то есть сейчас 1 метр. Я еще поставлю дополнительные трубы. Ну вот смотрите, высота дымохода 3,5 метра. Никакой копоти, никакого дыма практически нет вообще. А ведь это горит грязная черная отработка. Теперь что касается регулировки подачи воздуха. Если банку поднять вверх, воздуха будет поступать меньше, а топлива больше. Отсюда увеличивается мощность, и печь начинает коптить. Смотрите. Если увеличить подачу воздуха и уменьшить подачу топлива, то печь перейдет в нормальный режим опять. Для этого опускаю банку вниз. Сейчас увеличил, и зазор примерно между банкой и трубой 3-4 сантиметра. Мощность резко упала. Выхлопа практически нет вообще. По-моему, наглядно видно, что при правильном сгорании отработанного масла копоти и дыма нет вообще. Температура нагрева нижней части трубы очень высокая. Поэтому я рекомендую использовать для этого толстостенную трубу толщиной 5-6 мм. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Не забудьте поставить лайк, а также смотрите и другие интересные и полезные видео на канале прямо сейчас.